зовут Ирина, мне 50 лет. Я прошла 4 модуля школы коучинга УВК. Это моя маленькая победа, мое достижение, и я несказанно рада этому. Когда я писала школу коучинга, у меня был синдром хронической усталости, проблемы в семье. Я не знала, как наладить отношения с дочерью. У нас были постоянные конфликты, которые доводили меня до отчаяния. Что изменилось за время прохождения школы коучинга? Ну, во-первых, я избавилась от синдрома хронической усталости. Первый месяц я входила в транс по несколько раз в день и при этом постоянно засыпала. Вообще не слышала, о чем говорит Павел Борисович. Потом уже начала слышать трансы, выбирать для себя то, что больше заходит. У меня появились любимые, под которые я трансуюсь регулярно. Для меня стало открытием, что можно и нужно любить себя. Убеждение, что любовь эгоистична, что любовь к себе – это эгоизм, прочно сидела у меня в голове с детства. Я приняла себя, перестала ругать себя за ошибки, копаться в прошлом. Я научилась любить и ценить себя, повысила свою самооценку. Соответственно, у меня появилась уверенность в себе и прибавилась энергия. Еще у меня пропала тяга к сладкому. Я всегда была страшной сладкоежкой и ни дня не могла обойтись без конфеты, мучного, выпечки. Сейчас я абсолютно равнодушна и к сладкому, и к мучному. Но самое главное, что у меня наладились отношения с дочерью. Я стала более спокойной, меня уже перестало раздражать ее поведение, да и она стала меняться в лучшую сторону. Мы стали чаще разговаривать на разные темы и вообще как-то сблизились. Она даже стала интересоваться, чем я занимаюсь, и согласилась даже провести с ней коуч-сессию, хотя вначале даже слышать об этом не хотела, говорила, что это все бред и ерунда. За время обучения у меня также увеличились доходы, хотя сейчас я понимаю, что отношения с деньгами мне нужно еще прорабатывать и прорабатывать, потому что очень много негативных установок по отношению к деньгам накопилось с детства. Ну, теперь я знаю, что с этим делать и с чем мне еще нужно работать. Также я прошла сепарацию от родителей, отношения с мамой улучшились, ушли обиды и претензии с ее стороны, а я себя почувствовала более свободной. Я очень рада, что мне представилась такая уникальная возможность пройти школу коучинга УВК, познакомиться с такими замечательными и позитивными людьми. И выражаю особую благодарность Павлу Борисовичу, а также всем сотрудникам школы коучинга за помощь и поддержку. Также благодарю всех, с кем я познакомилась в ходе обучения.